А всем привет! А это снова короткометражки от Бардина, от Сашки, все вместе! На календаре у нас 13 сентября 2015 года, это значит, прошли уже почти сутки с нашего глазовского концерта, который был вчера, 12 сентября. Да, вчера, 12 сентября, город Глазов отметил свой день рождения. Сколько лет исполнилось ему, я точно не помню. 337. Это не юбилей, но звучит красиво, подсказал мне Владимир Макаров. Сейчас мы находимся на ЖД вокзале города Глазово. Вот с моим широким мордовским лицом можно увидеть вот эту красивую надпись. Надпись пока это единственное, что здесь красиво. В ближайшее время, конечно, вокзал, наверное, построят, потому что сейчас здесь идет момент стройки. Прямо за моей широкой мордовской улыбкой находится часть наших глазовских поклонников. Вот на переднем плане это та самая Салима Касимова, активная поклонница группы Садко, которая ведет очень немало всяких групп в социальных сетях, ВКонтакте, в Одноклассниках. Пожалуйста, добавляйтесь к ней в группу, и вы будете всегда в курсе самых важных событий группы Садко. Говорят, руки как подняли, да. и все, опустить не смогли, зажали, руки все, подняли, не смогли опустить, весь концерт так пришлось хлопать. Но в то же время выше поднимаешь, все возникают сразу. Как это ведущие-то, как сказали, у вас, говорит, после вас эти вот микрофоны, они вообще теплые. Как здорово, что наши поклонники Глазове нас не только встречают, но и провожают с радостью, с улыбкой, с миром и добром. Конечно же, нам очень приятно. И, конечно же, глазовчане, мы будем приезжать к вам снова и снова. Мы когда приедем? Примерно декабрь-январь. Примерно декабрь-январь. Говорят, примерно декабрь-январь. Мы сами еще не в курсе, но так говорят. А мы людям верим. А кто говорит? А ты мне говорил, по-моему. Саша, а ты человек. А он человек. Пока. Салима, у вас есть уникальная возможность для КМБС от глазовчан выразить что-нибудь, я не знаю, хорошее или плохое. Хорошее мы вставим, плохое мы вырежем. Вот вы вчера были на нашем концерте от самого начала и до конца, правильно? Правильно. Не пропустили ни одной песни. Нет, и даже пели. Говорят, народу вчера было очень много. Даже сорвали голоса. Мы не знаем, сколько было народу, но нам все говорили, что опустите ваши флажки, не хлопайте. Телефона не доставайте, мы ничего не видим. Мы ничего не видим. Осторожно, столб. Ну, короче, ребята, мы в восторге. Мы видели, что вы пели только для нас. Да. Да, да, на самом деле это было так. И даже Володя жестом указал, любит ли Наташка. Да. Да. Там народу-то было всего 1080, поэтому... Нам очень понравилось, как Макаров пишет стихи, а Бардин рожает. Мы еще напишем. Мы еще родим. А вы еще родите. А что, правда написано, что Садко рулит? А, это в Беларуси, это в Германии, да. Да, нет, но в передаче... Но они серьезно говорили. Я знаю, что они серьезно говорили, потому что поклонников в Германии у вас очень много. Очень много, да. Мы же все смотрим, мы все передачи смотрим. Семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Все, идем вперед. Добро пожаловать в Глазов. Добро пожаловать! Здравствуйте!
проводить. До свидания, до свидания три раза. А еще раз до свидания, ваши добрые глаза. До свидания, три раза. А еще раз до свидания, ваши добрые глаза. Спасибо! До свидания, до свидания три раза. А еще раз до свидания, ваши добрые глаза. Спасибо! До свидания! Ребята, оп! Спасибо вам за доброту и порядочность! Спасибо! Ой, на здоровье! До новых встреч! Зимой! Мы вас ждем! Да. Да. Спасибо, Маша. Счастливой дороги. Спасибо.